Снова здравствуйте. Продолжим кольцо, которое мы сделали при помощи тест-плайна. А продолжим мы делать разделку. Разделка здесь фаданная, закрепка такая довольно обычная. Приблизительно где-то по одному крапану, как я вижу, между камнем. Итак, приступим. В принципе, раньше я переводил в тест-плайн в нурбовые поверхности и уже там что-то пытался как-то справиться с ними. Но по итогам я пришел к другому выводу, как проще сделать. А для этого выбираем фейсы в том месте, где у нас должна находиться разделка. Допустим, приблизительно вот эти вот фейсы. Далее нажимаем Duplicate Face. Берем в замок наше кольцо и работаем уже с этой поверхностью. А ее сразу же можно перевести в нурбсы, включить точки и подогнать самые крайние точки ближе к поверхности. Для этого можно использовать тот же UV-in. Так, вот таким вот образом подводим поверхность, чтобы она ближе была. Далее, ребилд, не знаю, я, наверное, сейчас не рискну сделать ребилд, а сразу же попробую разложить ее нашей кошкой с мешем. И далее делаем такие действия. Закрепка имеет фаден, то есть зеркало по краям камней, чтобы камни больше блестели. Поэтому мы сейчас этот фаден и сделаем. По сути, он имеет форму лодочки. И так как у нас поверхность уже есть, мы по этой поверхности и будем создавать эту лодочку. Для начала сделаем Duplicate Border. И сделаем offset этого дубликейта где-то на 0.3. И на 0.2 вовнутрь сделаем еще раз offset. Далее смеряем расстояние, которое у нас получается, 0.98. То есть сюда залезет только миллиметровые камни. В принципе, для показания этого достаточно. И далее проделаем такие операции. Наш фаден, он, наверное, вот так вот в тупую, в прямую, он не может заканчиваться таким торцом. Можно его закончить просто вот на какой-то конус. Поэтому возьмем, удалим внешнюю линию и, включая точки, удаляем вот таким вот образом. Самое главное, чтобы вот эта вот точка не стала мягкой, такой вот округленной. Чтобы имела жесткую форму свою, угла. И вот таким вот образом подзакругляем и делаем тот же офсет на 0.2 в внешнюю сторону. Для начала, перед тем, как раскидывать камни и делать сам фаден, я люблю сделать такую операцию, применяю инструмент Flow Along Surface. Так, замок надо снять с нашей поверхности и закидываем ее на нашу поверхность. Также я очень люблю делать поверхность вот эту вот каркасной, чтобы она не мешала обзору. И это как-то вот доставляет удобство. Такая жестковатая получается конструкция. Можно внешние, наверное, удалить. И так как у меня включен Record History постоянно, я могу его подправлять. Сделать немножко подзакругленнее.
Далее уже эту поверхность я обрезаю, внутренности удаляю, линию вместе с поверхностью выделяю и опускаю вниз ее на где-то, допустим, 0,3. У меня уже готовы заготовки под камни. Так как я буду миллиметровик ставить, оставляю его. Оставляю карпана приблизительно под него. Удаляю лишнее. Я опустил нижнюю поверхность. Провожу прямую линию от сих до сих. Можно также ее удлинить для удобства, чтобы не было потом проблем с выбуливанием. Беру линии периметров, сечения, и sweep to rail инструмент помогает мне создать стенки у этой лодочки. Также выпрямляю за curve отлично, сджойниваю. И можно приступать уже к расстановке камней. Для удобства можно взять, создать посередине линию. И по этой линии уже можно расставлять камни. Конечно, это простая дорожка, и здесь, в принципе, никаких проблем не должно возникать. А еще удобно при помощи копирования, чтобы на одинаковом расстоянии сразу же делать. Ну, приблизительно вот на таком расстоянии камня будет у нас. Я копирую один камень, потом нажимаю Last Distance, Last Point. И вот таким вот образом, с привязкой int к линии, копирую на одинаковом расстоянии свои камни. До самого конца, понятное дело, они не дойдут. И, конечно, где-то будет залезать на сам фаден камня. Ну, это не совсем правильно. По идее, по технологии должно быть вот приблизительно вот так вот выглядеть. Ну, чаще всего приходится все равно нарушать эти правила. И далее крапана. Так, зажимаем Project. Что у нас с камнями? Камни должны лежать на нижней части, рундистыми. То есть приблизительно вот таким вот. Так, переборщил. Или нет? Так, где же у нас? Вот он, низ. Рундистыми на низ. Приблизительно вот таким вот образом. Так, все отлично. Включаю Project, чтобы у меня крапана не соскакивали по Z-оси. И вот таким вот образом, наверное, можно даже поменьше сделать крапана. Я сейчас не слежу за их размерами, просто рассказываю саму суть. И вот таким вот образом, перемещая правой кнопкой вид, я левой копирую каждый крапан. Немножко тяжелее, конечно. Matrix позволяет делать это намного быстрее, но все-таки это автомат, и какие-то искажения он может просто не учитывать. И, ну, лучше уметь пользоваться и руками, как говорится, ногами. И тем, и тем. То есть я не подталкиваю вас не пользоваться ни в коем случае Matrix. Matrix хороший инструмент при сложных поверхностях. При простых можно использовать и просто Rhino. Rhino. Итак, все, камни готовы, фаден готов. Все готовы, поехали. Снимаем замок и тем же инструментом Flow Along Surface.
Камни у нас должны оставаться с крапанами в жесткой форме, поэтому нажимаем Rigid Yes и щелкаем по углу, который у нас не срезан. И повторяем этот же угол с этой стороны. Так, крапана у нас все равно высоко, ничего страшного. Закидываем в фаден. Опля. Вот таким вот образом. Так, это мы пока скрываем. Крапана все выделяем. Крапана у нас вверху оказались. Ничего страшного, мы их просто опускаем немножко вниз. Таким образом. Но они должны быть приблизительно за подлицо. Если они немножко вылезают, это, в принципе, не в минус. У закрепщика всегда будет место, где разгуляться. Лучше больше, чем меньше. Ну вот и все, в принципе. Осталось только все доработать. Какой плюс такой возможности? Я думаю, в принципе, он очевиден для тех людей, кто пользуется Райном. В данном случае я могу включать точки и изменять одну конструкцию, а изменяются, как видите, довольно все. Конечно, это не прям так, прям вообще все можно изменить, но какие-то мелкие поправки, допустим, с тем же художником, очень легко и удобно это делать. Вот. А вот эти вот расстояния, конечно, надо делать на глаз, рассчитывать все. Можно, ну, методом тыка, методом проб и ошибок. Ну а далее уже, когда у вас все будет готово, просто переводим нашу конструкцию в нурбую и выбуливаем из него фаден. Вот таким вот образом. Линии все исчезают. Сейчас еще попробуем. Так, сейчас слои покажем. Попробуем также вырезать и под камни вырезки. Где они у нас находятся? Фига, вот туча слоев. Из матрикса пришло. Так, я даже не вспомню, где у меня камни. Вспомнил, молодец. Вырезок я тут, к сожалению, так и не сделал. Можно было бы еще сделать обычные цилиндры и вырезать отверстия под дырки. В принципе, вот и все. Вся конструкция. Спасибо еще раз Сергею за предоставленную модель, возможность показать какие-то свои действия. Всем спасибо, всем пока.